Добрый день, друзья. Недобрый день вам, недруги. Вы знаете, умиляют, конечно, высказывания некоторых наших политических деятелей в отношении так называемых релокантов. Ну, слово релокация, те, кто уехал. Кстати, 40% уехавших уехали без загранпаспорта. То есть это ближнее так называемое зарубежье, Казахстан, Армения, Узбекистан и так далее. Но песня совсем не о том. Вот, меня просто поражают, когда этих уехавших клеймят со страшной силой депутаты и прочие наши деятели, чьи дети, любовницы, племянницы, родители постоянно живут за границей. И не в Армении, и не в Казахстане, и даже не в Грузии, и не в Черногории даже. А живут в странах НАТО себе спокойно. И на Лазурке во Франции, и в Марбелье в Испании, не говоря уже о Майами и прочих штатах США. Вот, так что, чья бы корова мычала. То есть, это вот здесь библейское про бревно в собственном глазу вспоминается. Что касается релокантов, я не знаю, как ей придется. Насколько я понимаю, многие из них зарабатывали дистанционно, онлайн. Так что если в Казахстане, Армении или в Майами есть интернет, он там есть, как я подозреваю, то они, наверное, будут зарабатывать по-прежнему. Но, может быть, не все. Смотрите ролик прикольный. Я бьюти-блогерка. Глиттер, дрейпинг, всякие там туториалы по мейкапу. Я инфлюенсер. Инфлюенсер — это когда, ну, мои фолловеры, например, они могут... Я арт-терапевт. Я учу людей рисовать их настроение. Senior Device Operation Specialist в крупном IT-стартапе. Могу принтер настроить, мышку подключить. О, допустим, у вас есть бренд. И мы можем его как-то помочь его... Upcycle дизайнер. Ну, шью одежду из другой одежды. Это тоже я сделала. Инструктор по аэро-йоге. Еще дышу маткой. Не знаю, как вам объяснить. Инфлюенсер. Лайф-коуч со стажем. Хотите добиться ваших целей? Хотите или нет? Летсплейщик. Пиарщик. Сотрудник Safe Space Vegan Cafe. Авторитарность непозволительна. Значит так, у меня свой раскрученный телеграм-канал, и сразу говорю, по бартеру я не работаю. Дил? Поздравляю, можете приступать к работе. Я журналист. Мне кажется, это такая вещь, которой я уже довольно давно... занимаюсь и считаю, что у меня неплохо получается.